Sein. Die действительно деятельности нашей структуры. Как вы знаете, 10-11 декабря 2015 года нами был организован первый летний, мы очень надеемся, ежегодный бизнес-форум под названием «Кыргызстанство», в рамках которого участники ознакомились с основными аспектами вступления Кыргызстана в Евразийский союз, какие возможности обретает бизнес, какие перспективы, какой потенциал может развивать страна в рамках данного союза. Вот. И именно с этой целью создалась наша структура. Для чего она была создана? Прежде всего для того, чтобы я хочу выразить проблему, что мы, как кыргызские производители, как кыргызские товары, нас никто не нуждается, мы никому не нужны здесь. Мы, по сути, являемся некими конкурентами для российских производителей. И для того, чтобы в новых рыночных условиях наши производители могли занять свое место на российской прилавке, нужно делать огромную работу аналитическую. Для того, чтобы наш продукт оказался на прилавке где-нибудь пятерочке, нам нужно делать огромную работу. Это, прежде всего, иметь какую-то стратегию развития в этом направлении. Очень большую работу нужно проделать в области маркетинга нашей продукции. Сейчас вот привезли киргизские производители замечательную органическую продукцию, да? Но опять же, есть куча требований и правил, которые необходимо соблюдать для того, чтобы попасть на российский прилавок. Я знаю, что у нас потенциал есть, и мы вместе вот должны над этим работать. Что касается сотрудничества с нами, то в принципе, ну, картина сейчас взаимодействует не с представительством в Москве, а с системой единого окна. Вот у Улан Мамутов также вот, активно сотрудничаем с ассоциацией экспортеров и импортеров Кыргызстана. Я думаю, что вот, планомерно мы будем эту работу будем развивать. И вот, я всем говорю, что сейчас вот, наш экспорт, экспортная продукция наша, она находится в таком зачаточном этапе. Вот, и через некоторое время, там, через 9 месяцев у нас должен родиться ребенок под названием «Хороший потенциал экспорта». Вот, поэтому давайте поработать, давайте развиваться вместе, я думаю, что у нас что-то получится. Спасибо. Я передал слово Солокову Марселю, потому что он является нашим партнером там мероприятии, и отвечая на ваш вопрос, значит, появляется есть сайт, на который можно зайти и получить всю необходимую информацию. А спустя день по рабочей можно посмотреть и фотоотчетки, и по поводу прошедшего мероприятия. Также можно выйти на контакт с Алтуром Марселем. У нас есть на территории дивизии представители со стороны МЕДС. Значит, все необходимую информацию будет потом день моста. Если с вашей стороны будет выделено контакт на лицо, мы предоставим, безусловно, и оперативно, как и телефоны, и электронные почты, и все другие информационные ресурсы, они будут полностью у вас.